Что, блядь? Это пиздец, конечно. Это отупление нации, да? Вот смотришь на Ольгу Бузову и тупеешь. О, волной прям. Классный эффект. Какая же у тебя, сука, стрёмная тёлка. То ли целлюлит, то ли у неё зубов нету. Чувак, тебе пора на пенсию, короче. Огромная жесткая накрутка. Давай отделим мухи от говна. А я буду разъебывать тебя. Формулируешь фразы, как будто то ли у тебя шизофрения. Как будто я подписался на какого-то наркомана. Ты мне напоминаешь Бритни Спирс, но только потолще. Здорово, инстадрочеры, это Макс Белоусов. Я подобрал сегодня 7 аккаунтов, которые мы жестко унизим, оскорбим. За самый смешной комментарий я буду раздавать деньги. Короче, досматривай до конца и узнаешь, как получить бабки. Артем Маслов. Признаюсь, я твой фанат, Артем. Я слежу за твоим развитием. Это пиздец, конечно. Бурная жизнь Артема. Ездит по разным отелям, жрет в ресторанах. Какого хрена ты в каждой сторис, блядь, показываешь, как ты жрешь? А сегодня я ем круассаны, а это мидии. Неужели тебе нечего снимать больше? Какая же у тебя уебанская прическа? У тебя там даже, по-моему, пролысина есть. Как будто ты как Путин. Путин на минималках, короче. Вот, вот она, красавица. Прям пиздец вообще. Ну нахер. Занятие... Она даже когда ногу, опустила, у нее вот это все пошло волной прям. Классный эффект. Какая же у тебя, сука, стрёмная тёлка. То ли целлюлит, то ли у нее зубов нет. Откуда ты ее вообще взял? Если ты миллиардер, найди себе нормальную тёлку. Ты где-то еще читал рэп? Рэп не читаю, но по ТВ качаю. Не блогер, не звезда, но люди подписываются и говорят мне да, да, да. Это же прям, это же гениально было. Обеспечил 16 семей. Чем ты обеспечил их там? Долгами? Цель у меня сейчас $1 000 000 заработать. Ее бабушке 3 года, как крупный капиталист, не мог отдать чуть больше 40 000 рублей, которые брал в долг. Ну, думаю, человек учиться уехал, наверное, деньги-то ему нужны там на учебу. Поменял симку. На самом деле, долг Маслова перед пенсионеркой был значительно больше, в районе 180 000. Больной ублюдок! По шкале пиздеца я тебе ставлю 9 из 10. Удачи тебе, Тёма, разъебывай дальше своих подписчиков, а я буду разъебывать тебя. Игорь Ман, который меня, сука... заблокировал! За что? Я просто написал в комментариях, чувак, ты уже не актуален как маркетолог. Все, он обиделся на это. Я сколько твоему издательству дал денег, потому что у меня дома, на самом деле, штук 50 книг из твоего издательства. И ты меня взял, удалил. Топовый маркетолог, туда-сюда. Кто сказал, что ты номер один? А может, я номер один? Кто раздавал вот эти номера? Запретите людям старше 40 лет пользоваться Инстаграмом. Ну, это ж пиздец, правда. Сфоткал бургер. Какое-то меню. Опять бургер, газета, какая-то вырезка из газеты, это вырезка из книги. Ну что это, чувак, ну ты хотя бы, не знаю, там, найми SMM-менеджера, заплати ему 15 000 рублей, пусть он красиво тебе визуальную часть делает. Ну почему ты этого не делаешь? Либо ты специально сказал, чуваки, ведите мой инстаграм настолько хуёво, насколько возможно, это будет моя фишка. Ну как бы, если это так, то ты реально маркетолог номер один. Умеете, могёте. Чувак, тебе пора на пенсию, короче. Гусейн Гасанов бомбанул... вообще все сторис моих друзей. Ходят слухи, что это была огромная жесткая накрутка. И вот эти слухи пришли прям лично в офис, об этом рассказали, потому что люди с тобой работали. Ты, конечно, красавчик, 2 ляма хайпануть, это круто, но накручивать это не круто. Что по инстаграму я могу сказать? Кладезь тщеславия просто. У меня куча денег, у меня тачки, тёлки, все, у меня есть, жизнь удалась. Гусейн Гасанов — это вайнер, типа смешные какие-то ролики. Я называю такой контент попкорн, то есть это, знаешь, это когда типа посмотрел и забыл. У тебя я ни разу не помню, что я бы смеялся над твоими видео. Мне скучно, честно. Ну, то есть смотреть вот на это все, опять же, на эту ярмарку тщеславия, это как бы не алло, правда. Игорь Рыбаков. Надеюсь, Игорь Рыбаков не обидится. Не, надеюсь, меня там не застрелят где-нибудь в подъезде. Как только я подписался на тебя, Игорь Рыбаков, у меня было полное ощущение, что у тебя какая-то проблема с формулированием фраз и идей. Я твои посты, когда читаю, мне приходится их перечитывать 5 раз, потому что я не понимаю, о чем ты пишешь просто. Формулируешь фразы, как будто то ли у тебя шизофрения. Ну, реально, может, ты болел, извини, конечно. Извини, конечно. Он начинает нежно поглаживать зал. Нежно поглаживать зал. Бля, чувак, тебе книги надо писать. И дни, которые его встретил, начал таять под вулканом, который образовался на его месте. В голове такая вот макака вот так вот делает. Чувак как будто под ЛСД это писал. 100-500 раз перекопированное с Запада. Специально сделаю вставки, с кого вы все это копируете, с какого чувака. Прикольно. По крайней мере, это интерес. Да, ты сложно изъясняешься, надо как-то все-таки проще к людям. Не скучно, по крайней мере. Юрий Хованский бухает уже, не знаю, на протяжении нескольких лет в Ютубе, его все смотрят. Не могу объяснить популярность тебя. То ли у нас деградирует общество, то ли ты гипнотизируешь людей своим идиотизмом. Вот объясни мне, в чем польза для общества? Просто какой-то зашквар там и какая-то жесть. Когда я захожу на твой инстаграм, у меня такое ощущение, как будто я подписался на какого-то наркомана. Да.
Ольга Бузова. А мы ты мне напоминаешь Бритни Спирс, но только потолще. Может, кому-то заходит. О, обожаю эти фото. Девушка с букетом цветов. Это прям просто must-have. Если из Инстаграма убрать успешный успех и девчонок, которые фоткаются с цветами и в купальниках, в Инстаграме останутся только Игорь Ман и Игорь Рыбаков. Это отупление нации, да? Вот смотришь на Ольгу Бузову и тупеешь. А лучше ты сфоткайся с книгой, и все начнут читать книги. Сходи в музей. Ольга Бузова подарила 1 миллион рублей бабушке. Классный инфоповод. Нет, мы все вот тут фоткаемся. Для меня Инстаграм должен нести какую-то ценность. Тут нету ни полезности, ни развлекухи, нету какого-то шокирующего видео. Ксения Бородина участвовала в твоем гиве. То ли гив хуёвый, то ли организатор хуёвый, то ли у тебя Инстаграм накрученный. Но с этого гива ко мне подписалось 1500 человек за 2 недели. Бабки мне не вернули. Что ты тут пишешь? Опять реклама. Блядь, да у тебя одна реклама в Инстаграме. Майкл, прости. Этот тупой народ. Что, блядь? Я верю, что ты был ребенком в душе из-за своего тяжелого детства. Ты чё, со свечкой стояла с детства у Майкла Джексона, чтобы знать, какое у него было тяжелое детство? Откуда ты это знаешь вообще? Знаете, я верю этим людям, которые говорят, что их насиловали. Насколько надо быть дебилом, чтобы говорить на весь мир, что тебя трахал в попу поп-звезда? Давай отделим, пожалуйста, мухи от говна. Мы же не обсуждаем творчество Майкла Джексона. В защиту тебя скажу, что моя девушка на тебя подписана. Дохуя рекламы, мало умных мыслей, как у Ольги Бузовой. Вот у Ольги Бузовой прям супер. Так, на сегодня у нас, к сожалению, прожарка заканчивается. Я разыгрываю 6000 рублей. Все, что вам нужно сделать, это написать в комментариях под этим видео, кого вы хотите, чтобы я прожарил в следующем выпуске, чтобы ваш комментарий был смешным. За самые смешные комментарии я буду платить деньги. Соответственно, первое место получит 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч, до следующего выпуска. Пока.